научимся здесь жить на сцене. Чувствовать, проживать жизни людей, быть искренними, открытыми, честными людьми. Я давно хотел пойти в эту как бы, профессию и пошел в нее. Мы здесь учимся проживать, чувствовать по-настоящему. Быть собой. Меня привело мое внутреннее состояние сюда. Учусь правильно использовать свои таланты и вкладывать их в нужное русло. Нас учат открываться, быть не скованными. Учат пропускать все через себя. Нас учат быть открытыми людьми, человеками. Ну, у каждого человека есть такой момент переломный в жизни, когда нужно решить, за что ты готов одним словом отдать всего себе. Скорее всего, это был зов сердца, потому что так просто не бывает ничего. Почему сюда пришли? Когда люди спрашивают, ты что, актер? Боже, что же, чему вас там учат? Это кривляться? Я не знаю, блин, всему реально, то есть здесь как бы такая профессия, которая обучает всему. Мы здесь учимся расшатывать свою нервную систему. Дальше будет светлое будущее к звездам через тернии. Мы учимся быть людьми нормальными, адекватными. Потому что актер в первую очередь должен быть человеком с большой любовью. Ничего не предугадаешь, ничего не скажешь заранее. Это судьба. That's my dream world. It's more than a That's my dream world. Я планирую стать великим актером. Я не знаю, что будет дальше. Абсолютно не знаю. Очень страшно. Dream on. Дальше будут вечные репетиции допоздна. Потом, возможно, если повезет, работа в театре. Все будет замечательно, мы станем великими актерами. А потом будет поиски, борьба и, надеюсь, победа.